Всем привет, ребята! Вы на канале Телевили Kids. И сегодня Том и Анжела устроили соревнования. Они не обычные Том и Анжела, а настоящие супергерои. И вот сегодня они решили доказать свою силу, ловкость, выносливость и показать нам, насколько они умеют быстро и классно бегать. Ребята, за кого вы болеете, напишите в комментариях. Кто за кошечку Анжелу, а кто за котика Тома? Я лично больше люблю, когда выигрывает кошечка Анжела. Мне очень нравится кошечка Анжела, и поэтому я болею за нее. А за кого болеете вы, напишите. Итак, наши супергерои в пути. И сейчас их задача будет пробежать 10 минут и посмотреть, кто больше наберет очков, Том или Анжела. И, конечно же, самое главное, не врезаться. Ну, посмотрим, у кого получится меньше всего врезаться. Пока все идет хорошо, Анжеле вообще повезло, она летит на самолетике, а Том попал в локацию к Бену. Вот такой уровень у Тома тяжелый. Лично для Тома этот уровень тяжеловатый, он его немножко с трудом проходит. А вот Анжелочка с удовольствием бежит по легкой трассе. И подобрала удвоение слитков. Это очень классно. И можно еще будет потом в конце посмотреть, кто же золото больше всего наберет. И вот посмотрите, в какой классный город забежала Анжела. Ей очень нравится этот город. И котику Тому тоже очень нравится. Здесь такие необычные поезда. Прям настоящий город будущего. А Томику не страшны препятствия. Он в своем суперзащитном шлеме бежит тоже в кибергороде. Ребята, а ваши котики любят бегать по этому городу? Том и Анжела очень любят этот город. А еще Анжелочке и Тому очень нравится ихние супер самолетики. Анжела летит с удовольствием, а Томик врезался. И еще раз врезался. Томик, неудача. Неужели ты сможешь проиграть? Пока Анжела лидирует. И она ни разу не врезалась. Видишь, Том, как хорошо получается у нашей кошечки Анжелы. Ведь это не потому, что она супергерой. Ты же тоже супергерой. Вы знаете, у Тома еще мечта есть. Он хочет бежать с такой скоростью, как Флэш. А Анжелочка, как Капитан Америка в таком костюме. Красивом. И вот они решили показать, какие же они быстрые наши супергерои. Супер Том и Супер Анжела. Тому снова повезло, подобрал он шлем, который его может выручить в тяжелой ситуации. И вот Том забежал в город, который ему очень нравится. Это ночной город, в котором живет неоновая Анжела. А Анжелочка забежала на самую тяжелую для нее локацию. Она боится акул, даже несмотря на то, что она супергерой. И вот она пытается перепрыгнуть эти все препятствия, в которых плавают акулы. Она боится утонуть. Ребята, а ваши котики боятся акул или нет?
вот Анжела догнала енотика и продолжает перепрыгивать через океан с акулами, а Томик снова врезался. Вот это неудача сегодня у нашего Тома. И по очкам, конечно же, лидирует Анжела. Но все возможно, и наш Томик может вырваться вперед. Но пока что Анжела очень опережает Тома намного. И мне кажется, что Анжелочка должна победить. Ну, по крайней мере, я этого очень хочу. Но, конечно же, Том не сдается. Он тоже стремится к победе. Я надеюсь, теперь у него падений будет меньше, потому что он понял свою ошибку и теперь бежит очень-очень внимательно. Ну, Анжела очень довольна и счастлива, что она опережает Томика. И даже по количеству золота она опережает Тома. Ну, а Тому опять выпал шлем. Вот в этом, конечно, Тому везет. Потому что именно в этом шлеме Томик чувствует себя очень уверенно. И можно бегать, не опасаясь за то, что он врежется. И вот первое падение нашей Анжелочки. Как жалко Анжела. Но она все равно не отстала. А в конце мы посмотрим, кто же все-таки наберет больше всего очков. Несмотря на то, что Томик уже очень много падал, врезался, он может еще опередить Анжелочку. Вдруг у Анжелы сил не хватит на дальнейший путь. Всякое может быть, правда, ребята? Вот Анжела забежала в такую локацию, которую она, в принципе, ну, как бы боится проходить. Она боится вот этих самолетиков летающих. Ребята, а ваши кошечки боятся проходить эту локацию Джинджера? Или для кого-то это самое легкое? Ну вот, наши котики молодцы. Бегут очень хорошо. И скоро выйдет время. Как вы помните, они должны бежать 10 минут. И после 10 минут, как закончится время, мы проверим их результаты. Наших Супер Тома и Супер Анжелочки. Тому, как всегда, повезло, он снова в шлеме. В этом Томику повезло, конечно же. Что мы видим? По очкам Томик еще не догнал Анжелу, но зато по количеству золота он уже обогнал ее. И причем намного, почти на 1000 золотых слитков. А Анжела снова в самой опасной локации, которую она боится больше всего. Она боится, чтобы ее не покусали акулы. И вот она упала на берегу океана, но успела быстро вырваться и побежать дальше. Но тем не менее, она не отстает по очкам, а Томика спас его шлем. И он удачно подобрал самолетик, и теперь ему с самолетиком и с магнитиком вообще очень комфортно. Ну что же, время подходит к концу. Интересно, кто же будет победителем по очкам. Итак, победила кошечка Анжела. Сегодня Супер Анжела победитель. Тем более она побила свой рекорд. Посмотрите,
Кошечка Анжела победительница, но зато Том набрал больше всего золотых слитков. Томик молодец, набрал много золота, а Анжелочка была самой быстрой в этом соревновании. И не забывайте ставить лайки нашим Тому и Анжеле. Всем пока-пока!